Что это за люди? Бывшие заключенные. Были в лагере? Недалеко отсюда. В лагере? Довольно часто. Вы обронили бумажник, товарищ профессор. А, это повестка из горсовета. Но все равно пойти не могу. Я занят. Кстати, я не сказал, что вы обладаете избытком такта. Я просил вас не общаться с моим домом. Но вы все-таки... Я постараюсь не нарушать вашу просьбу. Но если она распространяется на отдельных членов вашей семьи, которая... Это удел науки Splendid Isolation. Блестящее одиночество. Просто. Даже этот ваш горсовет. Но туда не стоит идти. Вы ведь заняты. У вас много работы. Как вы любите вмешиваться?